Гродно готовится принять форум регионов Беларуси и России. В облсполкоме прошло очередное совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению масштабного мероприятия. Девятый форум пройдет в нашем городе с 30 июня по 1 июля. С российской стороны количество участников будет 200 человек. Мы планируем, что примут участие 47 регионов. Из них 41 губернатор будет представлен и около 20 представителей законодательных собраний. Пока еще это не точно, конечно, может быть, будет и больше людей. В этом году его тематика – сотрудничество для углубления интеграции в союзном государстве. Работа над контрактами, которые планируется подписать, началась еще в начале года. В прошлый раз на форуме регионов заключили контракты на сумму более 800 миллионов долларов. В рамках той работы, которая поставлена главами государств по реализации дорожных 28 карт, вот как раз это своего рода, будем уже говорить, мотивация для того, чтобы они включились в работу и на законодательном уровне, что мешает, и на уровне организации работы.